Воу! Какой камуфляж! Какой брутальный ответ! Что за красавица подъехала к нам в игру? К сожалению, только это нам и остается делать, потому что способ добычи и стоимость этой ПТ просто фантастическо-космическая. Как обычно, сундуки, как обычно, минимальный шанс на получение. Но соблазн очень велик, так как это первая коллекционная, топовая бутылка в игре. Так что попридержите ваши кредитки. Пап, а мы выиграем ПТ? Нет, сынок, это фантастика. К слову, я, конечно же, сам попробую вытащить ее из сундуков. Как это будет, вы сможете увидеть в следующем видео. Но слабо верю в успех. Теперь о самой ПТ-шке. Да, плюшка довольно большая и, признаться, далеко не проворная. Для ПТ безбашенной это главная болячка. Какой бы броней спереди она ни обладала, если маневренная техника без труда может зайти в пышные тылы, то она автоматически делается командозависимой. Что, согласитесь, в современном рандоме равносильно катастрофе похуже, чем на Фукусиме. И, естественно, вряд ли ты будешь в восторге, что тебя имеют за твои же деньги, а не наоборот. Максимальная скорость 30 км в час, что капец как мало. Баджа продвигается со скоростью асфальтоукладчика и имеет маневренность, как у морской мины, что действительно в боях создает ему трудности. Со всеми плюшками скорость вращения составляет 29,5 градусов в секунду. Да Юпитер быстрее сделает полный оборот, нежели барсук соизволит развернуться. Но вам придется развить в себе дар предвидения, чтобы заранее выбрать правильное направление для предотвращения захода в корму. Ибо там броня чуть толще трусов, что прикрывает ваши гузны, и имеет всего 38 мм. Кстати о броне. Спереди ее навалили, дай боже, 215 мм, да еще и под наклоном. Все это надежно спасает от множества попаданий. Причем настолько, что порой реально заносит и начинаешь творить дичь, проверяя границы дозволенного. Да-да-да, пытайся. Все, кончился бочатик. О, папаха. Лошар, господи, Ис, ты-то еще что там сзади пукаешь? Бабаха танканула. Интересно, мне хватит времени, чтобы... Давай. А, Ис, сосать, господи, бангер, что же ты делаешь? Что касается боков, то и там присутствует броня по 152 мм. Но под такими углами толку от нее, как от жира на животе, только добавляет веса и уничтожает маневренность. Хотя на данный момент это самый высокий показатель брони в бортах среди ПТ на 10 уровне. В целом, за броню можно поставить плюс, но ПТ-шка не без изъян. Барсук оказался слабым напередок, и начиная с ТТ все пробивают его в эту прямоугольную НЛД. Также, когда аргументы на ББ кончаются, противник следующим же выстрелом переходит на голду, где броня вообще не имеет смысла. Плюс дурацкая подсветка зон сразу палит слабые места. Посему в самом ближайшем будущем Барсука будут иметь в его слабый передок все, кому не лень. И теперь к самому сладкому, к зубам Барсука, а именно рассмотрим его орудие. Альфа у ПТ относительно небольшая, всего 460, что уже настораживает 90% ПТ-водов. Такой альфой из кустов даже 9 уровень не напугать, а значит, необходимо реализовываться на первой линии, что требует участия двух рук. Поэтому бибу свою придется отпустить, ибо ДПМ у Барсука почти дьявольский, 3450 единиц урона, что опять-таки среди ПТ 10 уровня занимает второе место после объекта 263. Барсук методично каждые 8 секунд нерфит вражеские хп, что в совокупности с его невозмутимостью во лбу в скором времени обращает противника в бегство или отправляет в ангар. Что реально порадовало, так это УВН.
10 градусов вниз и 20 вверх. То есть небольшие препятствия на карте нам только в плюс. Они позволят нам скрыть свой слабый передок и невозмутимо долбить противника. А вот УГНы реально расстроили. Всего по 10 градусов. В остальном все прекрасно. Хорошее пробитие, как на ББ, так и на голде. Британская точность, которую я, кстати, бы поставил наравне с немецкой. И хорошая для ПТ скорость сведения. Короче, стрелять более чем комфортно. Окей, теперь финансовая сторона. Фармит ли? Ну, если вколотить экстремально много, то Баджа способен неплохо пополнить ангар серебром. Но до 121 Б или Чифтейна ему ой как далеко. Это не фарм-машина. Так что в роли добытчика его рассматривать не имеет смысла. Так а для чего же эта ПТ вообще тогда упала нам в рандом? Ну, она коллекционная, а соответственно единственное ее назначение — пополнять вашу коллекцию канистр. И все. Да не, пью. Хуярить на ней надо, пока в наши блицеры не пронюхали, куда его долбить и наворачивать по 5к дамага с улыбкой на лице. Жаль, что за такое веселье надо платить, причем реально платить, и продлится оно совсем недолго. Лучше прислушаться к золотым словам Найка Борзова. Куплю проститутку в CD модной группы, бутылку портвейна и презервативы. И не парить себе мозг. До скорых встреч, родные мои. Пошел я спать. Пока-пока.